Романе Григоровичу, цього тижня Міністерство оборони пояснило про те, що Рамштайн тепер працюватиме по-новому. Зміниться формат допомоги. Новий формат надання допомоги полягатиме у тому, що союзники допомагатимуть не на індивідуальній основі, а в коаліційному форматі, відповідно до сформованої потреби. Скажіть, будь ласка, зміна формату надання допомоги, от власне, на такий, вона ефективнішою буде? Однозначно, тогда намного проще будет у того же Шольца выпросить Таурус, когда будет принимать не Германия решение, передавать будет не Германия непосредственно, или непосредственно Шольц будет отвечать за передачу, а, допустим, это будет коллективная ответственность, размытая так называемая, потому в этом смысле намного проще будет принимать решение всем участникам этой коалиции. И для нас это будет проще. Оптимальный вариант использовать вот площадку, у нас есть хорошая площадка Украина-НАТО, то есть ее использовать чуть ли не в режиме 24/7, в три смены, если можно так сказать, работать. И на этой площадке как раз все логистические вопросы, все межгосударственные проблемы на этой площадке и решать. Я думаю, так оно и будет запущено. И вот принятие решения, причем в последнее время этот вопрос неоднократно принимался, о том, что поднимался, о том, что управлять процессами передачи техники, передачи вооружений нам лучше с площадки, натовской площадки, и когда Брюссель уже, то есть штаб-квартира НАТО, когда будет принимать решения, будет все намного проще, не будет индивидуального участия. Я так понимаю, сейчас уже оно в информационном потоке, политическим, по крайней мере, каким-то компонентам не очень важно для политиков, которые будут там баллотироваться впереди выборы в Европарламент. Для них важны сами выборы, то есть в зависимости от той ситуации, которая складывается в каждой из стран. Потому вот такое размытость и принятие коллегиальных решений им будет на руку на данный момент, так как практически на всех разложит так называемую ответственность за принятие этих решений без негатива по каждой из стран. А потому что в каждой стране, в той же Германии, у того же Шольца есть довольно-таки серьезная позиция, которая против передачи, допустим, тех же Тауруса. А есть часть оппозиции, как раз которая заставляет того же Шольца Таурусы передавать. Потому это такой механизм скрытия ответственности, он для нас будет точно полезен. Відкриваючи засідання у форматі Рамштайн, Ллойд Остін сказав про те, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році. Що цікаво, глава Пентагону не конкретизував, там середина цього року буде, початок це літа, а зараз прогнози стосовно цього різноманітні. Те, що ми бачимо в засобах масової інформації. Скажіть, будь ласка, не конкретизація конкретного періоду, про що говорить? Ну, это и не должно быть. Во-первых, мы должны просить наших партнеров не конкретизировать момент перехода, поставки. Это очень важно для того, чтобы не дать возможности россиянам, допустим, как-то перехватить или подготовиться, или, допустим, противодействовать таким вопросам. Потому здесь в этом смысле правильное решение. Ну и, по крайней мере, я думаю, это наше военно-политическое руководство запросило. Ну и, естественно, ответ очень грамотный главы Пентагона, то есть не засвечивая каких-то временных рамок. Хотя, исходя из некоторых действий, которые будут проводиться в течение лета, то есть тот же саммит НАТО в Вашингтоне, скорее всего, вот под этот саммит, до или после него сразу, появятся F-16, так как самолеты – это один из таких серьезных положительных моментов, серьезных посылов, которые положительно подсветит сам саммит как таковой. Даже я больше склоняюсь к вопросу о том, что самолеты придут до этого саммита для того, чтобы показать свою работу, то есть под определенные задачи, чтобы уже на самом саммите в Вашингтоне, это юбилейный саммит натовский, показать, доказать единство натовских механизмов защиты, ну и тех механизмов, которые непосредственно эту защиту обеспечивают, те же F-16.
Стосовно саміту НАТО, який очікується, Україні чого чекати? Ну, нам бы хотелось, чтобы нас пригласили в НАТО на этом саммите. У нас как минимум несколько, ну, до десятка, по крайней мере, до десятка договоров уже со странами некоторыми заключены. Пафосно их называют договора там гарантии безопасности. Ну, это просто договор о взаимопомощи, причем еще не ратифицированный ни одним из парламентов. То есть это просто какая-то рамочный договор, который может использоваться как раз уже тогда, когда нас пригласят, когда-то нас пригласят, в конце концов, в НАТО. Он будет использоваться как рамочный для заключения в межгосударственных вот этих отношений. В НАТО должно быть вот сейчас 32 страны, то нам, чтобы вступить надо, нам надо, надо подписать 32 договора с каждой из стран, и тогда уже на заключительном определенном этапе будет обозначение, что мы тоже участники НАТОвского клуба. И сейчас вот именно перед этим саммитом очень важно как раз показать нашу готовность к вступлению, наши потенциалы, в том числе военные, естественно, с помощью НАТОвской помощи, которую нам сейчас передают. А на самом саммите, ну, так скажем, вести себя достойно, в зависимости, независимо от решения натовских стран на этом саммите, там предоставить нам, то есть запрос в НАТО или не эту тему вообще не поднимать. Нам надо понимать, что это наше будущее, то есть НАТО это наше будущее в разрезе безопасности, ну, естественно, вести себя соответственно. Про ще одні терміни хочу з вами поговорити, а саме терміни, які знадобляться Україні, щоб розвинути потужний контрнаступ. Видання The Economist опублікувало статтю, яка вказує, що Україні знадобиться час до 26-го або навіть 27-го року. Як ви оцінюєте таку публікацію і таку оцінку? Время играет сейчас не на нас, и оно играть, пока будет Россия в том виде, в котором она сейчас есть, она никогда на нас играть не будет, потому что мы в несколько раз слабее России по всем практически показателям, начиная от территории, заканчивая экономическим и людским потенциалом. Потому с каждым днем Россия становится сильнее, как бы кому этого не хотелось, и такая прогрессирующая, даже можно сказать, геометрическая прогрессия. Потому а для нас, чем раньше решить вопросы по освобождению нашей территории, тем для нас лучше. Почему? Потому что меньше потерь, меньше усилий. И чем дальше затягиваться будет решение этих вопросов, тем с большими потерями, естественно, с большими усилиями нам придется восстанавливать свою территорию. Потому нам 26-й, 27-й, там 649-й год точно не подходит. Некем и нечем будет воевать. И в этом смысле, естественно, все наши действия должны быть направлены на скорейшее, допустим, освобождение территории, уничтожение россиян. Нам надо не дать им подняться с колен, так сказать. Они там встают все с колен, но вот нельзя дать им подняться. Потому чем раньше, тем лучше. И возможность это есть и в этом году, по крайней мере, начать контрнаступательные действия дальними средствами поражения. Тут очень важно разделять эти понятия. То есть наступательная операция наземная и наступательная операция воздушная. Это две разные разницы. Дальности поражения авиационных средств достигают тысяч километров, ну а операционная дальность сотни километров. И именно в таком режиме надо работать. Это тоже наступление. Почему? Потому что уничтожение противника в глубоком тылу, а это основная задача уничтожения армии противника для любой обороняющейся армии, а вот уже освобождение территории – это следствие выполнения вот этой первой задачи. Потому для нас самое главное – уничтожение противника в любой точке, где мы сможем его доставать. И чем глубже в тыл, тем лучше. Все механизмы, которые у нас будут, надо использовать, как только они будут заходить. Не накапливать, не там собирать, не растягивать удовольствие, так сказать, или не ждать чего-то. Заходят средства поражения – тут же его надо использовать. Почему? Потому что противник, если его не использовать, во-первых, может его достать, уничтожить, а во-вторых, время, которое не используется, это вооружение, дает возможность противнику увеличиться в объемах. Вот такая простая математика,
но за счет нашей, в этом смысле, нашего положения в меньшинстве пока относительно России, надо именно так этим и пользоваться. Пане Григоровичу, ви говорите про те, що Росія, російська армія посилюється. За рахунок кого або чого це відбувається зараз? Діло в тому, що людський ресурс у росіян практично безконечний, якщо вважати той механізм уничтожения, який зараз є. Тисяча росіян в сутки ми десь мінусуємо, тисяча росіян в сутки без проблем в тисячу російських городів, а їх 1120, по-моєму, в Росії. По одному человеку, вернее, россиянину, заходит. Потому этот как раз ресурс бесконечный, мы его уничтожить не сможем. И его можно увеличивать, россияне могут его увеличивать, исходя из потребностей, ровно столько, сколько нужно. У россиян экономика сейчас стала на военной рельсе, она конечная по производству, но россиянам помогают и сейчас активно будут помогать китайцы, северокорейцы, иранцы. Ось зла не працює, і тому ця допомога дасть можливість росіянам через определенне час стати однозначно сильнее. Чому нам і не можна це час дати росіянам? Ні в якому випадку не заморозити бойові дії або дати можливість росіян в лайтовому режимі знаходитися на наших територіях. Тобто постійні бойові контакти і краще дальні для того, щоб зберегти наші життя. Тут дуже важливо якраз дальні средства пораження, роботизовані механізми, уничтожение и так далее, тому подобное, авиация, ракеты, дроны, БПЛА разного уровня. То есть именно этими механизмами. Но я думаю, как раз вот такой подход, вот такое видение приведет к определенным положительным результатам для нас. До речі, цього тижня, от власне в контексті цієї теми, міністр оборони Німеччини Пісторіус зробив заяву про те, що Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті, і усе це накопичує на складах. І Пісторіус, власне, в цій своїй заяві, він застерігає від наївних сподівань, що Росія не планує розширювати свою агресію. На чому, як гадаєте, ґрунтуються такі оцінки німецького міністра оборони? Здесь несколько разноплановых, по крайней мере, направлений есть для того, чтобы анализировать. То, что россияне производят и то, чем они воюют на данный момент, я бы не сказал, что они кладут на склад. Нет такого механизма. Практически все, что они производят, боеприпасы, а им еще не хватает, они 5-7 тысяч боеприпасов в сутки производят, им приходится 3 до 3 тысяч добавлять, чтобы хотя бы до там, 7 до 10 тысяч использовать в сутки. То есть это Северная Корея, Иран им помогает, Китай в том числе. Там нечего на склад ложить. Естественно, та же самая картина, связанная с техникой, боевой техникой, они теряют ее очень много. Ее осталось на складах старых советских еще где-то на год такой интенсивной работы, как она сейчас идет. Восстановить технику или там запустить их, увеличить производство у них точно не получится. Та техника, которая используется на поле боя. Вот что россияне могут действительно производить и складировать, это ракеты в достаточном количестве. То есть это мы видим прекрасно. Они производят больше сотни ракет, а сейчас используют меньше, значит они складируются. Авиация, они так же само производят там, пару десятков самолетов, так это точно, в год. А мы, допустим, уничтожаем или вводим из строя, но тем не менее у россиян не увеличивается общее количество самолетов. Они производят очень много механизмов для морского флота. Это тоже идет на увеличение. И подводные лодки, и надводные корабли, и системы уничтожения. Та же самая картина, связанная с ракетами большой, средней и большой дальности, то есть и межконтинентальными в том числе, и космос. То есть вот это все вооружение, которое в принципе направлено уже на страны НАТО, то есть это уже расширение по радиусу боевого применения. И, скорее всего, об этом говорят военные НАТО и люди, которые прогнозируют некоторые дальнейшие события в военном плане со стороны России. То есть там действительно в этой плоскости идет накопление резервов.
Романе Григоровичу, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву актуальну бесіду. Дякую за те, що знаходите час ділитися своїми роздумами з нашими глядачами. Бережіть себе і до нової зустрічі. Роман Григорович Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор, був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підписуватися на нашу YouTube-платформу для наш. Це надзвичайно важливо. Ну і так само своїми вподобайками, своїми коментарями і поширеннями ви підтримуєте цей стрім і сприятимете його популяризації.